Я всех приветствую на очередных наших торгах. Сегодня мы торгуем Honda Shuttle в комплектации гибрид Z на переднем приводе на аукционе Мериф Сайтама. Можете ознакомиться с интерфейсом данного аукциона. Да, видите, они все немножко отличаются, аукционные интерфейсы между собой. В данном случае 16 год, имеем 3,5 балла оценка и забираем за 913 тысяч йен. Пробег у автомобиля 76 тысяч километров. Ну и как всегда, после покупки я вам показываю фото автомобиля перед отправкой в Россию, пожалуйста. Очень стильный автомобиль, на самом деле отличная альтернатива Toyota, кто рассматривает, пожалуйста. Дальше идем по Honda, снова Honda Fit, VK4 кузов, это полный привод, 1,3 литра. Очень интересный автомобиль в комплектации F. И имеем здесь 98 тысяч пробег, но, к сожалению, мы этот автомобиль не купили, он ушел чуть-чуть дороже бюджета. Но данные автомобили, их достаточно много на торгах, и, в принципе, купить желаемый вариант, не так много времени на это будет потрачено. Вот такие сегодня торги у нас были, надеюсь, вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк, и до новых торгов, всего доброго!